Да Я не знаю, я что? вчера Кириллу писал, он вообще не силит нихуя от слова совсем. Там Рид хуярит, как ёбнутый, короче. Ну, типа, я ебашил нон-стоп, просто натыкал это, блядь, щиты, хилил и так далее. И Эрдрушка, я этот, блядь, постоянно, короче, лям нахилит, блядь, Джага два, почти полтора ляма нахилит. Блять, а у меня весь рекаунта Да. нету, эту хуйню посмотреть. Я уже вчера говорю, есть кого кем заменить, спекнуть его в ДД, я не знаю, что, блядь, вообще просто бесполезный. Женя, смени только вторую пушку, у тебя ПВПшная Ну, пушка. Рид хуярил тоже пиздец, ёбнись там, не знаю, за всех, блядь. За всех Эрдру, блядь, за всех, короче, Ладно. ебашим. Пошли и трэш чистить пока. Хотя Сацуна здесь. Да, здесь. Дебаф дайте минимальный. Лерка, ты МКшку закидывай на Будрэйвена, а Марсес на Дексиона. А, Андрюха Легвайс. Смотри, так ты будешь оставаться в гильдии? Просто мы вчера с Андрюхой это говорили, если что, то мы тебе просто когда тогда не будем ничего что вешать. Он что-то может поговорить с Кириллом насчет тебя, ну, насчет вечерней гильдии. У тебя же все равно почти не получается играть. Ну да, я думал с вами садиться, да, на леди. Я уже с Кириллом говорил, типа, я уже Андрею писал, типа. Ну так, просто я тогда сейчас не вижу смысла КД вешать. Мало ли им пойдешь, уже изначально получится в рейд к ним попасть. Вот мы и на месте. То, что произойдет Сами здесь, будешь локом играть. неважно, каким будет Да, Это вот для это не них буду шанс. играть. Я Ну что, у не... него время не подходит? за свободу и покой своего народа. У меня время Да, у под него вечернее. Я работа же в сейчас. Украине живу, ну какой. Много кто в Украине живет, так и Скрепите скажи, все что сейчас цеха, просто и ваши работаю лучшие и так далее, не позиции. Ну приезжаю. да. Ну так вот, я тут про это и говорю. Короче... Не, если есть кем заменить, то ну поменять. Я ж может, ну, может я думаю, что я нужен тут, не? Хватает людей, кем тебе можно заменить. Хватает. Просто, ну, как бы, с одной стороны, ты знаешь, что на леди делать, и это из плюсов. То есть, Да вроде как, знаю. как не так. Ну, Да я Кирилл знаю, сказал, зачем. короче, типа, я Кирилл спросил, ловить ему КД, Кирилл ему сказал, короче, ну, стал мне, пускай сам думает. Ну, все, тогда я пока веди на замену туда. Пиздец, Э, короче, если, все, уже пропал. смотри, смотри, если будешь хотеть с нами играть, можешь, не знаю, каким персонажем, любым, я твое ИП перенесу на того персонажа. Ебать, переноси, заебешь. Ты что-то столько ебашь, я охуею. Второго ДК сделай. Дима. Дима Чмыга, заходи в рейд. Будет Блять. Слава тобой там командовать, Андрей, короче, будешь там это... Местным шутом. Да ебать, ты видел, что Кирилл в Дисе написал? Говорит, Не неделя, я, знаю, говорит, сам Бог. посмотрю, чё, как вы будете относиться на РТ, нахуй, может, и распуск гильдии сделает. Ну, блять. Я бы поэрелил нахуй, но вторую гильдию брать, вести это пиздец будет. Да не, я Окей, думаю, что он за гильдия просто, ну, стоп? типа, Твоя? людей пытается стормошить, потому что, ну, ведут себя тоже, блядь, похабно, нахуй. Вот как у нас многие тоже себя ведут, вот просто, типа, на отъебись. А знаете, в чей это камень огород полетел? В Андрюхин. Мой? Всему Да. виной эти цифры большие на леди. Вот нарисовали бы там миллионов 60, нахуй, чтобы она, ну, 3-4-5 человек упала, чтобы можно было убить. А так, ну, супер напряжно, надо всем отыгрывать хорошо. Так, а ну за камень в огород не понял, а я при чем тут? А ты уходишь, у меня теперь стимула игры, блядь, нету, блядь. С кем соревноваться, блядь, по ДПСу? Танками Тут Чисто 10, а тут Дима. 11? Ну, блядь, теперь только с танками осталось соревноваться. Ярик, красавчик. Бля, то там увидят мой ДПС, там скажут, ебать, я тебя, иди в третий рейд, блядь, им 10 осваивать. Не, ну ты, блядь, перед тем, если будешь идти, то, короче, это, по Диме, не знаю, манекена, блядь, не знаю, часа 4 побей на диспек, которым ты хуяришь. Там, если не будешь бить, ну, типа, будешь бить 12 тысяч, 13, там нахуй никому не нужен. Не, буду бить 18, но респект на один. Не, ну, чтоб ты понимал, там вчера были люди, которые били по 12 тысяч, там их обхуесосил, ну, типа, достаточно хорошо у них. Это где? Ну, Начало. это на Тухова пришли, короче, вчера, и там 3 человека дали по 12 тысяч.
Ну я думаю, что он не знаю. Хочет. Может он этого и хочет. Что меня крысов слина. Вот, вот он этого кайфует, блядь. И с каждым разом, когда его не делают, он все меньше и меньше, когда нормально его прям вообще об землю прям аж лицом, он сразу 18-20, а потом опять на ней. 18-20, 18-16 нормально ДПС будет. Там некоторые бьют по 15, да, вот? Ну. А, у вас ребро стоит, нихуя. Так это хули, хуйня. Это сова ебаная. Хуёвая. Андрюх, кто-то видел, как Козерог на метке ставил? Поставьте, потому что я что-то этот момент упустил, если честно, как именно их поставил. Расставь, все остальные все знают, кроме Хау. Хау, или ты тоже знаешь? Подождите, у меня нет пока фаста. Давай, Даня, пока ты чем-нибудь помогающим научить потратить время на трай. А потом получим. Окей. Бля, давай, ну, сейчас светокамень нажму. Вчера мне еще понравилось, на ребре были моменты, которые прям уже пошла в рейд, и рейд не упал. Вот это классно было. У нас в прошлом трае, в прошлом КД тоже так, мне это прям понравилось, поэтому с первого трая убили. А, да? Забей, Дима. Здесь саппорт тебе не поможет, Дима. Если он начнет херачить, тебя убьет просто. Поэтому лучше пей ДДшную фаску и не парь. Не, ну просто когда ты разливаешь лужу, он тебя кидает, и тебе надо стоять ближе, он туда кинет хоть что-то. Так я тебе говорю, тебя этот саппорт не спасет, поэтому хоть чем больше ДПС он несешь, тем лучше. Короче, пивок СС на Сенджикса, Будрелан уфолог, Дексиона в Акате, Джанг. Закидываешь, если какой-то танк упадет, его под ним, он встает, сразу на него закидываешь. Эмобой, ты на второго танка, если такая, такая ситуация произойдет. Так. А если ты... Ладно, пока ты нам рассказывай. Ну, Хал, ты был здесь или смотрел сливом, как мы в прошлый раз били? Поставьте шкаф за эмобой за смонти, можете обмен за пласками кидать. Сатсуны, Мистер Бон, ДДшные возьмите. Саппорт ты упал, у кого там? У Скибиди. И славность, ты скоро придешь? Надеюсь, что. Тяни. Молодец. Короче, запомни главное правило. Бегаешь всегда со всеми. Появляется ужас, сразу же из нее выбегаешь. Это самое важное для тебя. То есть, смотри, вот сейчас мы пойдем сразу бить ребро, побежать. Ты не стоишь, сразу же бежишь со всеми. Не зайди под лицо, главное, к боссу, и стой со всеми рядом. Да. И у меня СПД-шка. Что, на пулы в сэндрикс мой танк. А рыбка? Два остальных. Рыбку я поставлю сейчас, вообще не все фласки взяли, стою потихоньку. Так, я Марсезу МК-шку закинул, Лерка, я уже сказал кому, Марсез тоже сказал кому. Женя Пипов, который в демона прыгает, а рыбу ставлю. Давай рыбку. Поставил, Ярик поставил. Это готовность на пол. В шипах в мили-зоне играют вся рая пати, кроме чмыги. И кто там еще может быстро свечнуться. И давай, Никита, если что, ты там позакидываешь этих своих метеоров. Поможет им. Локать его? А если... Да, в Акате Вуну. А если в РДДшниках свечиваются абсолютно все РДДшники?
Это меня чем не касается. Вообще, морухи скибели. Я не хватает. Все хватает. Женя скибели не принимает. Все, Веру как босса поставят. Ну, у нас на этом рейде должен быть вообще хороший ДПС. Побежали, побежали, чё стоишь? Сейчас тебя убью, накинь. И на хапалах тупо танков по Врахилича. Тупы, чмыгу разбить. Быстрее. Один слеп. Отписываем. Пополам разбиваем. Вихрь через 4 секунды, Дима, ближе немножко подойдем вот он. Шип и после шипа сразу вихрь будет. Комплекс Сиона разбить. Кто-нибудь засейвите. Прыгните в луну. Тогда прыгнули. Все сбежались к кресту. Разбили шип и разбежались к кресту. Разбейте шип, блядь, это пиздец. Это пиздец. Мы уже не стоим. Мне нужно будет тревог сделать, чтобы вышло. Дима, приготовься выбегать. Выбегаем. Когда сбегаете, к луже, смотрите, в лужу не забегайте. Что оно развить? Так, Кусяо, Инер, по скибиди. Андрей потом как сможешь, зальешь по хаву. Скоро будет шип. Поебал, поединяйся. Скоро будет. Приготовились. Пипелок будет готов. Хорошо. Два хила разбить надо быстро. Дима, вихрь через 8 секунд. Шипы я контрол. Скоро будут шипы, потом вихрь. Сбежали через то. Пламя, пламя, отбегите. Ну что вы, блядь, калики не бежали там. Ладно, ходите. Блин, а кто это лежит, короче, пойди, кто это лежит? Чё это за додик? Кто это? Кто ты, блядь? Кто ты? Я? Yeah. Ну. Долик. Я ревозный. Фиолетовый такой? Вот под шнурками прям, под шнурками. Кто это? Лера. Я не знаю. Куся. Минус. Лера это. Под шнурками? Куся. ДПС у БДК есть. Есть ДПС. Да, Куся, да, под тобой лежит? Да, да, да. Ну, вот. Ну и... Так, сейчас ревогнусь, потому что, блядь, что-то лагивает. А вы крест не видите или что? Именно в крест, а зачем вы стоите ближе к танкам? Сейчас получилось так, что влетело ближе и лужа полетела не так много. Бля, Сэндрик, все было круто, если бы я только каждый шип бы не ловил бы, блядь. Нормально. Я каждом чисто постоял. Я бежала, типа, от огня. Пыталась. Да, нормально. Кто там, если заметили, кому меню дать, то можете дать. Ну, Кусял говорит, этот шум. Значит, ну, дайте Юле. Слушайте, а кто из танков в толпу нашу заходит, или они все по бокам стоят? Никто не заходит, они два стоят с одной стороны, один Женя с Луня стоит. Вот так.
танки вообще не заходят в толпу, поэтому может Шреки, в принципе, на нас перекидывать. Да я как или... Давай, так и сделаем. У тебя слышимость. Ты что, а то не говоришь? Мешаешь. Мешаешь. А за что мне минус ТП? Я в шипе был. Типа мне шип или держать был. Меня слышно вообще? Да. Если что, вернем. Потом. Я не бил, вы все были в красной метке, я подбежал чуть дальше, когда стоять во фрейме босса. Когда босс начал крутиться, я был в шипе. Типа как я должен подбежать, был к кресту, я не могу понять. Он уже прыгнул с луны, блядь, он уже с луны. Ну я в шипе был, я не мог быстрее это сделать. Все, давайте сделаем, потом разберем. Юра, не кричи. Ай, а чё вот воевать? Так. Спаски. Чем раздал, бил без спаски. Ужас. Ну, можно минус сотку мне закинуть тоже. Я запомню, потом разберемся. Ты ж вы ж или уже обновил. Что, вон были? Смотрите, Дзеня, смотрите, тут. Да. Понял, Джонсон. Да, выкинь. Сам себе дай стерео пока. Окей. Пошли танка. Хапава выбить. Шип через 2 секунды. Приготовились. И вихрь скоро, Дима. Bonestorm cast. Вихрь. Лес сбежались. Он тут застрял. Он не застрял. Там портал, я не знаю, это Дексиона тут. Да. Ошибся меткой немножечко. Ясно. Да, давай, Даня, минус. Можно и мне минус 100 дайте за эту фласку на прошлом трае не выпил. Ой, блядь, где мои годы на циркуле, нахуй? Так что, долго вернуть, иди обратно цепь. Андрюха, дай мне еще минус тоже. Там такие ники. Давай, Андрюха. Там у людей такие ники, нахуй, я хуею, там зайдешь. Слышь, Сань, ты говоришь фласку, да? Лучше будем смотреть, кто припот и пьет, а кто не пьет. Типа, вот то, что фласку не выпил, это минус ИП, это глупо, давай. А кто припот и пьет, и пьет. Припоты вон на сурке, на тухлом надо было. Но мы же не из-за твоей фласки умерли. У меня, да понятно, но все равно. Короче, там просто в правилах будет новая фласка. Минуса. Кто не выпивает. Ребят, просто Сашке нравится, когда его наказывают. Ну дайте, блядь, ему минусы и все. Вот пара, можно минус 500 ему ебать. На будущее, да? Ну ладно, я понял. Смотри, ему нравится, блядь. 400 верни. Не возвращай. Ну, блядь, а вдруг сейчас еще где-то проебешься? Да, на леди проебется. Есть у кого-то этот джилса, блядь, я леди не купил. Оооо, пиздец. Мне минус нахуй. Нет, так я до этого все время балпал, ничего не знаю. Минусом пахнет тоже.
Глайс, а чё ты мне не отдал свой ЕП? Вот взял и ливнул. Ахуй да, блядь. Бля, ну мы что, нормально? Общались. Лапу дайте. Не, он тебе там друзей найдет, он есть такие тоже, что любит пообщаться прям по телефону. Эмобой и тут, а? Эмобой. Там полетели. Только не позори нас там, хорошо? Потом. После первого тика. При каждых слаках я буду говорить, а у нас в Винхеллах так делали. Ну ты тогда долго не задержишься тогда. Ладно. Ты скоро будет. Ехать через 4 секунды. Bone Storm cast. Беги, малышка, беги! Назад чуть-чуть отойдите, смотрите, горите. Сейчас крест чуть-чуть сместился, смотрите. Залило. Я ебал вот это, блять, стояние нахуй, отвечаю, это вот как, вот есть нормальное здание, ты заходишь в толчок нахуй, и там, блять, давайте там, сука, ну игра в толчке нахуй это называется. Да долго бежать до креста вообще, долго где-то. Нет, ну нет, вы там, же видите, что так... он не в кресту, босс, ну встаньте. Он не в кресту. Кресту, так ты чё, блять, угораешь, это 300 IQ надо, чтобы играть без меток, нахуй, ты чё, блять. Я вообще предлагаю бить его, блять, подальше пускать этого пидора, чтобы он пускался в край комнаты куда-нибудь, нахуй. И нам вот так вот не стоять, потому что мы в лужах вздыхаем, как бичи беспомощные, нахуй. Ну, можете квадраты, что там, луну, еще там подвинуть туда что-то. Сейчас он понерфлен, у него не столько хп, тут ДПСа хватает с перебежками, блять. Зато вот так дохнуть не будем. Просто, блядь, минус 10, нахуй. Ну, никак люди из луж не могут выпрыгнуть. Ну, типа, не захиливается эта хуйня. Короче, как хотите, мне похуй. Я просто помолчу, блядь. Он близко почему-то остановился. Да. Сначала высказал, что потом я помолчу. Ну, блядь. Это, блядь, ну, понимаешь, это такое ощущение, как будто тебя темную делают, нахуй. В сортире затирают, блядь, и захуяривают. Ты ничего не можешь сделать, нахуй. Чем-то, простору, блядь. Простору надо, понимаешь? Надо, чтобы этот гусь нахуй вокруг комнаты крутился, нахуй, а мы стояли вдалеке. Давай простору, вот тебе простору нахуй, надеюсь, больше простору. Придумали бичи тактику, блядь, шубилики, блядь. Не, ну конечно заебись, но вот когда так босс встает и куда ты убежишь, блядь. К нему нахуй тоже стоишь, 25 тысяч я физухой получил прошлый трай. От его вихря, нахуй. Ну, рядом с ним бьет физухой много. Ладно, хули, давайте еще помучимся. Да все нормально. А, у меня микрофон включен, сори, ебать. А с кем ты общался? Да я пошутил уже. Все, ладно, давайте. Собрались. Все, хуйня, давай по новой. Энджик, у меня КД. Дай бил. Жень, дай бил. Парафит будет. Меня ищмыгать. Петелок, прыгай быстрее. Выйди, блядь. Извините. Ну так выйдите с лужды, ёпта у нас. Ну да, типа. Выйти можно так-то с такой лужи. Смотрите, короче, вы можете поднять, пожалуйста, камеру вверх. И если вы стоите в одном фрейме и видите, что через ваш фрейм, блядь, пошла дымка,
Это надо, значит, бежать. Ну ты, нихуя себе. Я, кстати, знаешь, какую... Эпилог. Нас хватает урона, стой сразу просто с нами. Я не знаю, время ли для экспериментов, но я как-нибудь все равно в своем рейде это сделаю. Где-то видел тактику на WoW-рейдере в Ютубе, пока бежим сейчас. Там, короче, все стояли под жопой, вот как мы стоим. Вот этих вот слева-справа не было. Не, ну вроде были ханты там где-то на видео. Но фишка в том, что танки стояли за красным кружком. И получается, лужи даже в танков шли, типа. То есть ближе к боссу весь рейд был, а танки дальше были. И поэтому лужа рассчитывалась, через танков шла. Ну, танка она не шотнет никак. Как-нибудь попробовать. Попробуй, давай сейчас просто по-другому сделаем. День хотя десятки. Даже не эпилог, а Влад, Джанг, ты давай. Ты тоже уже бегал, знаешь, что делать. А если попробовать, танки с той стороны будут заходить, а то когда его агрят, он чуть-чуть подходит сюда, еще меньше остается места. А если оттуда они будут заходить? Да нормально, у нас всего хватает, блядь. Только ты делаешь, у нас ДПС хватает, просто потом уже на маневр нету у нас места, когда он начинает прыгать. У нас мозгов не хватает. Все хватает места на маневр. Я же сказал, когда он подбежал в крест, типа не строго в крест. Потом второй раз этот вы побежали вперед, а надо было не вперед убегать, а чуть вправо. И тоже бы нас уже не убил. Ну, ребята, я бы хотел, короче, вы это посмотрели. Как вот вчера вот били этого Нилова. И как там танки бегают, ищут себе место. Это вот там нету места для маневра, блядь. Это просто пиздец. А тут это целое поле, ребята, пустое. Шкаф дайте там, кусял дырку. И мы сами себя загнали нахуй в угол, нахуй, да? Пизда, блядь. Понимаю, не знаю. Топ-тактика, нахуй. Может, не, ну тактика неплохая, типа, мне она нравится. Ну, если просто четко все быстро делать. То, даже если пошел дым через рейд, типа, это может среагировать. Вчера же все реагировали, типа, свали дым, и было у нас тоже, что реагировали. Давайте, ребят, быстрее бафы, погнали. Все, ребят, тихо. Саня, Джан, не знаю, понимаю, что делать. Он в смысле не понимаешь? Что же там, что мы делали в прошлый раз? Бегаем, Влад. Заставь эпилога, он, блядь, ну, типа, он сделает... Я сейчас буду стопать под шипы, просто у меня в ГКД было, поэтому я не успел. Нет, вместе с Чмыгой и все. Вероятно, что у нас троих залетит очень низко. С тобой не надо, да? То есть тебе... А, все, я понял, будет нас кидать. Просто мы троем будем бегать вместо двоих людей, троем. Просто чуть ДПС потеряем. Сейчас такая хуйня в них троих залетает. Ну, это прям надо быть невезучим. Это очень низкий шанс на такое. Чем законом математики. Только не прям в нем стой, Влад. Стой от него, чтобы кто-то из вас мог бить. Разбегитесь. Один из вас может бить, а второй будет убегать. Древен, мистер Бонд. Bone Spike Cast. Шип. Пусял, шнурки надо пучу. Вихрь скоро. Чё, вихрь? Вихрь? Молодцы. Чё никто не... Смотрите, сейчас за лужами смотрите. Ладно, чё в критичного не произошло, да, смотрите с креста, крест зальёт. Ты 4 можешь дать? А давай, давай, и бегите правее. Блядь, тут лёд. Ой, ну, блядь, то вы просто пиздец. Чего ты не подбегал кто-то из вас? Лутревен там далеко стоял. Так чё, может, когда-нибудь попробуем тактику всё-таки настояние в этом ромбике, блядь? 5 на 5 метров, блядь. Или там... Кто там со мной стоял, Джанг, или кто там, он далеко очень стоял? Давай, короче, я и ты, Пипилок, с нами побегает. Блять, Влад делал, все. Че ты не подбежал ближе к боту? Там проблема в том, что он немножко не понял, куда портал ставить. Ему нужно было портал в крест поставить, на вкаст вихря уйти на портал уже.
Она осталась на месте. Даже можно без портала успеть, я просто к боссу ближе подбегаю. У меня вот он в начале этого вихря костей отмечает крайние точки или под конец? Так, короче, кто это проебался? Нет, Джан. Под конец коста. Он начинает кастовать, все, я понял, все. Кастовать, беги к боссу, все, близко к боссу. Можешь не строго в крест, можешь под босса бежать. Он может к танкам бежать вначале, потому что он не бьет в это время. Бежи к танкам, он побежал в луну, просто перебежишь в этот момент в крест. Я так нет, я успеваю добежать, понял. Что, давай, Дэн, еще раз тебе один шанс. Давайте уже собрались, блядь, босс не сложно. Грибы с прошлого трасс. Это Саня, правильно. Видео, что ты пришел. Пока без тебя побил. Нет, я в голове без патик просто поделаю. Если что, я тут. Ну, поливай. Просто вдвоем стоять очень сложно, блять. Вдвоем разливаешь, как зальешь всю сторону, потом можешь не успеть подойти, некуда стать будет. Да, танк просто меня страхует. Нет. Ты можешь в танка бежать, я же сказал. Понимаешь, у нас вся страна может быть залита. Вот. Тут проблем каких-то нету, проблем у вас, все, ну, давай пулы пошли. Это пиздец, просто, ну вот, гоу, чуть-чуть где-то надо подключить, все, сразу. Бля, у меня сейчас этот элементарь стрельнет. Я был... Пошли, у меня элементарь случайно. Ну, все знают, что это минус. Минус. Вас уже летит, вас, либо в джанку. Аккуратно смотрите. Отработал. Ну, знаете, блядь. Ну еще сам 150 должен играть. Вихрь через 6 секунд. Чуть ближе к боссу сместитесь, уже не на большое расстояние станете. Вначале будет шип, а потом вихрь. Вот, уже сбегайте к боссу, не бойтесь, бегите к боссу. Либо в танк, кто сейчас крест сместит. Что? Приготовились убегать. Меня разби этот закинул, а Дима джанг должен выбежать. Ёбаный рот, нахуй. Чё блядь. Это, блядь? Почему выйти не могут? Боже, ну вы можете выйти, кто-то из вас. Ну, блядь, что с вами не так сегодня? Нет, только так... хотел спросить, ставить мне портал, это или нет? Да, конечно, ставить, блядь, видишь, я кинул, просто пиздец, блядь. Ну, как-то... Блять, ну что с вами? Нет, просто ты, ну, джанка поставил. Я хотел перед полом спросить, подстраховать вас или нет. Более, у тебя джанк Эридар, берешь, нажимаешь блинк, когда он идет обратно четвертый раз, крест, не в крест, а что там заметка стоит, квадрат, по-моему, ты должен сделать блинк. Или выбежать сразу. Чмыга тоже не трус, критель нажал, либо отрыв через босса. И улетел просто подальше от всех, и все. Вы да, не я... выбежали вдвоем с Шмыгой, а меня или поздно выбежали, а меня просто кинуло в эту. Оставьте джанка назад, я вас подстрахую. Да, вы начали кричать, выбегайте, он еще стоял к воротам ближе. Когда он полетел туда, я уже побежал. Да. Значит, поздно побежал, потому что кинулось уже в кого-то из этого. Короче, кто здесь был, в кресту, либо на локате кинулось уже. Смотри, Дима, что-то ты понимал, что должно произойти. Ты должен отбежать на расстояние больше, чем в акате. Вот. Я в курсе. Начинает... Подожди. Короче, он начинает бежать в квадрат, в акате начинает за ним бежать сразу. Твоя задача быть самой дальней целью. Либо я, либо ты, чтобы лужа уже пошла в нас. И все, тогда вообще никаких проблем не будет. Я обычно просто блинк сразу даю, но меня кинул в шип.
Марсес, будь тоже на всякий случай готов тогда. У нас такая хуйня. Короче, если на меня кидается шип, просто блин, в любую сторону делаешь подальше от людей и все. Войд, поднимайся. Треснись его кто-нибудь. Просто глянь. Если честно. Я не говорю, чтобы там тебя пристыдить или что-то. Я тебе говорю, если ты что-то не понимаешь. И не только ты, если что-то не понимаешь. Чтобы он Джанг понял, как это работает на всякий случай. Потому что мы уже с ним в прошлом трае делали. В прошлый раз. Когда убивали, он... Мы вместе с ним бегали, что-то получалось. Может, там флаг летает, играет, не получится. Ну это шутка минутка была, без обид, любятина, чтоб разбавить. Так сейчас пока еще нет обид, давай я пока вот тут, Ярик. Да. Сейчас чей-то другой стрельнул, бьет, не мой. Хант, это Хант справа, пизданул. На пол! Шип через 2 секунды. Меня и меня разбейте. И хапало. Ну, по мне до сих пор никто не стреляет. Я слева, чмыты справа, запомнили. Где цвет? Лердубер. 5 шип. Надо с хапава разбить обязательно. И по хапаву иннер скинешь сначала. Андрюха тоже может. Сбежались, Дима. Беги, малышка, не понял. Телепорта не было, что ли? Выбейте шип, пожалуйста, в квадрате. Да блядь, ну сделайте все качественно. Короче, я здесь вопрос, почему вы, блядь, вот видите шип там, короче, ну, вот их раньше не делаете, подходит, короче, Виктор, там 3 секунды, блядь, почему вы сдвигаетесь вот сюда, блядь, условно, метки я вам поставлю, не знаю, чтобы сразу максимально близко, быстро забежать, короче, в крест, нахуй. Вы, блядь, постоянно где-то находитесь вдалеке, зачем? Я был почти... Я вот в трусах и был. Он в трусы и прибежал. Вместо луны. Сколько еще драйв мы будем считать нормальным падать от лужи по 10 человек? Учитывая, что выбежать из нее невозможно. Ну как обычно его бьют, так и бить. Надо просто понимать, что и вот он чаржнулся. Он чаржнулся, и когда он крутится, стоит, он будет следующий чарж делать в того, кто дальше всего от него стоит. Если это понимать, можно управлять тем, куда он побежит. А ты сейчас понимаешь, что большинство людей это не понимает? Так, вот, даже уже практика показала. Подожди. И двух людей, я двум людям объяснил, они до конца это все равно не понимали. А сейчас будет еще добавиться 23 человека, которые должны это делать. Ну вот, танки бегают обычно, в дальнюю точку встают, и босс чаржится от одного к другому, а посередине рейд стоит. От луж времени отбежать будет больше. А когда мы стоим, и босс 10 метров от нас, и он кидает лужи, люди физически не успевают выбежать. То есть по 10 человек падает. Проблема и... не... Короче, вот, это проблема, вот ты говоришь... Человек, который, в которого первый раз заехал, должен был стоять в кресту уже. Ладно, давай еще потраем, хули. Тебе не нужно, чтобы танки разбивались слева и вправо, блядь. Чтобы рейндж больше был между... Чтобы, ну, рейд стоял по центру, блядь, а босс был далеко, чтобы лужи дольше шли. Будешь своей поэрэльш, хватит. Всё. Ну все, давай дальше, вайпац, мне похуй. Спасибо, спокойно, молодец. В кого он только что заехал на этом поле? Заехал он в меня, но это не моя ошибка была, это точно. Я стоял близко возле вас. Касочка, давай-ка, короче, на стоп пулить, похуй, что происходит.
Вторая уже так. Я это и предлагаю, так вот Войт сейчас начал, блядь. Настроение портит. И беги, хау. Сейчас мы как его убьем. Так все, нам поставь портал еще дальше. Вот сюда куда-то. Так, вот где-то. Давайте уже, бля. В прошлый раз это нормально было. Ты приготовься к его. Шип. Выкинула кого-то. Вихрь скоро будет, Дима, приготовься. Bone Storm cast. Беги, малышка, беги. Bone Spike cast. Его будет на подсейве, когда он пойдет в четвертый раз. Mm-hmm. Вот, сейчас готовься. Ты вылетел? Ренти, ренти. Меня, шипа, шипа. Я уже в РДД. Молодцы, убежали с ним. О, притухи. Определенно разбейте. Шип через две, через три. Bone Spike cast. Вся воюни пушки видите земля. Андрей, как сможешь по только сбить, давай. Вихрь через 5 секунд. Шип вначале, потом вихрь будет. Вначале шип. Дексиону в шипе. Дексиону, Дексиону! Я подбежал туда. У меня, блин, не, качество нормально. Пилок будет готов подсейвить. Мало ли, качество. Блять, я в плане прыгнул. Блин, красавчик меня достает. На миду. Влево, вправо. Bone Spike cast. Убегайте сразу, пожалуйста. Что я хочу сделать? Что я хочу сделать? Андрюха, ты сможешь Иннер залить, потом скидки тоже он команду ставит. Там какие-то через вечер. Bone Spike cast. Шип будет, пилот приготовлен. Нормально. Войда разбейте. Джанка, разбейте РДшники. Джанка бегает. 5 секунд выходит. Хрип, хрип и вихрь. Меня разбейте, меня сейчас полетит. Без... Меня полетит. Разбейте. Нормально. Бегу, бегу, бегу. Чумы хорошо. Чумы горы. Я блинканусь. И ты похоже будет на готове. Я вы...
кого-то из вас походу полетело. Смотрите аккуратно, поздно сбегаем. Ну, вы, Гриш, подойдите. Я сейчас что под огнем стою, поэтому прохиливайте. Кто может любить что-то? Джанг. Джанг с тобой не бегает, так что не можешь забить, он стоит. Ну, не то, что забить. Не приоритет. Чмыгу разбить, вот чмыгу надо. Шип и вихрь скоро будет. Меня. Меня разбейте. Мне нужно еще успеть подбежать. Быстрее. Джан, ближе, ближе. Подбежали ближе. Блять, лучше, ну, нормально. Казалось, что... Куча у Иннер по скибиде, Андрюх тоже будет по скибиде. Когда он пойдет от тебя. Меня кинуло в шип. Так, Крянти, если здесь, нажми Кусяу разбить и Пепелка, вдвоем их. И чмыгу. Вакати. И чмыгу. Да, Кусяу. Что-то по мане есть? Могу взять. Рянчи, нажми гимн на ману, если здесь. Я вылетел давно уже, в начале еще. Понял. Тогда Войд как сможешь сам нужно. Что-то темы ставьте, я зачитаю. Тебе когда, наверное, шип. 10 секунд вижу. Вначале будет шип скорее всего. Вначале шип скорее всего, потом видно. Нет, сбежали, Дима. Не афоризую, что кто-нибудь подстрахует. Убежал. Блин, как у меня тактика прикольная. Да, нормально. Мне не нравится. Ухуёвая тактика. Танковый. Мне ворота дал. Миликам нравится. Не бачите, а бригада ничего бичей бегает. Жанк. Женя, забирай с колодки. Блять, контролируем, вот это мне ещё нравится. Вот Это был маневр нахуй, надо было захуевить настроение, потому что чтобы убить, блядь. Согласен, Слава, спасибо. Женя, забрал осколок? Забрал. Лут говно, пиздец. Нормально, лут. Неплохая прям. Не, ну есть кольцо. Вот эти бы ноги моему ДК, короче, пацаны, ебать. Зачем твоему? Моему можно. Можно моему, я думаю. Так. Не забудьте про страфолы. Страфолы сейчас не заяц. Буквально минутку отлучимся. Да, там грудачок кинет как раз Т4. Да. Слава. Попробуем без ДЦшника здесь. Без ДЦшника? Да. Ебать, мы пизды получим. Да тут хэпаны вообще не нужны, они бомжи. Типа, ну без обед со штанем. Ну типа, блять. Везде АУЕ сил. Прям лютый. Да, вот прошлые 2 КД, да, я же так бомж.
А как мы били, я забыл, блядь, с двух сторон или в центре? Хила оторвался на спину. С двух сторон мы били. Нет, так ты просто с хиловый, понимаешь? А в общем, типа, хапал и бомжи, типа. Здесь, типа, как вы будете прохиливать вот эти вот штуки на 20 тысяч абсорба хила? Я не понимаю, куда танков еще параллельно херачат на пол хп. Нет, тут хэпал тут заходит, блядь. Даже два может зайти хэпала. Не, один стопудово, ну а второй там немножко похуже уже. Вместо хэпала второго эрдрушника заебись. А все патч поставили, блядь. Ну, сейчас проверим. Так, Дима, Бенни, Бенаси пока на замену. Числавность в рейд, у вас тоже будет в рейд. Сейчас Полок, так только... патч никого не интересует. Еще если кого-то слабого. По ДПС глядь развертку серебра, кто там самый меньший дает. Ну, типа, кто бафы я не дает. Ну, на пул надо, блядь. Вот он того, что я бегал, 11-2 я... Ну, типа, пуси-гуси взять ДСшника, у меня в ШПшника. Мы про кого? Мы берем Блаза и Числавность. Блаза вместо одного хила. А Числавность вместо Бенни Бенаси. Сейчас решаем, вместо какого хила. Мне все. У нас трусователь бил 10 тысяч, чтобы вы понимали. На... Ну, хэпала убирать, конечно, блять. Вариантов нет. Бил 11 тысяч. Это мелики, которые вообще типа стоят на ровном месте и им ничего не мешает дамажить. Это, короче, знаешь, я медведем столько дам, блять. Буду стоять на резонке. Ребят, давайте я отойду пока что, может, блядь, взять и другого похитить с хила. Не, подожди. Тут уже написал человек, который уходит. Так, уходит ММБ, получается. Понятно. Вместо ММБ тогда кого-нибудь возьмем из них. Давай попробуем. Ну просто, короче, пойди. Трусовать или отситься? У вас прям люто лагает или что, типа, ну там, 2 FPS? Я посыпаю. Пуси-гуси бери ДСшника, у меня ШПшник. У Ахиса 2, я с половиной миллиона посыпал. Трусователя 2 миллиона. Бля, нихуя слышно не было, что там? Говорю, что пуси-гуси с нами не было. Еще идеи. А, так там хули за ДСшника, щиты даешь, и духов бегаешь, и пиздец. Слушай, ну он по-любому здесь просто был. Не факт. Надо спросить у него, знает он тактику на Геру. Мне интересно, кто мне хитрит? Короче, ребят, по хильке я пока что пойду по первой бабушке. Там Скибиди болеет, вообще пиздец. Его надо отдыхать отправить. Ну, если прям хреново, тут и Сатуны болеет. Если будет херово, то... Ну... Они топ... Поэтому набрали по слепам, поэтому у них такой ДПС. Нормально. Молодцы сегодня. В прошлый раз мало было ДПС, а по слепам все было хорошо. Так. А Покал, ты где был? Я за тобой побежал, не нашел тебя. Расстроился жуть. Так расстроился, что курить пришлось. Я там уже был, блядь. Спрятался, блядь. Закудово. Сейчас я гляну тоже, сколько он тебя по моему рекламу. 11 ты дал под Тейлсу, красователь, ровно. Он мне по скаде показывает. А скада, точнее, разве не хуёво работает? Нет, скада не работает, сейчас скажу, красователь. 14 стол. У меня 11 показывает, серебра. Ну, может, потому что как раз шипы считает урон по союзникам. Кстати, да, у меня шипы не считают. Да, а мне щиты, шипы считают. А, ну вот. Так, 14. Все. Так, короче, эмобой уходит, тогда Числавность, принимай пати. Так, что мы порешали? На этом. Дима, давай пока на замену тогда.